Следственным управлением МВД по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего жителя Токтамукайского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 прим. 2 Уголовного кодекса России, мошенничество при получении выплат, совершенное в особо крупном размере. Основанием для принятия процессуального решения послужили материалы Управления ФСБ России по Республике Адыгея. Следствием установлено, что подозреваемый предоставил в подразделение Пенсионного фонда Российской Федерации в Токтамукайском районе Республики Адыгея подложные документы для оформления страховой пенсии по инвалидности. При этом он скрыл сведения о фактическом отсутствии каких-либо заболеваний. В результате данных противоправных действий мужчина незаконно получил денежные средства в сумме более 1 миллиона рублей, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению. Следствием отдела МВД России по Геогинскому району завершено расследование уголовного дела по факту грабежа, имевшим место в начале мая текущего года. Тогда глубокой ночью в дежурную часть полиции поступило сообщение о тяжком преступлении, совершенном в райцентре. Потерпевшая – 83-летняя местная жительница. Сотрудникам полиции пожилая женщина рассказала, что неизвестный поздней ночью проник в ее домовладение и ограбил, забрав мобильный телефон и кошелек с деньгами. Оперативники уголовного розыска, не теряя времени, организовали проведение комплекса неотложных мероприятий. Сыщики установили возможных свидетелей и очевидцев грабежа, а также проверили лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности и состоящих на учете. В результате кропотливой работы оперативники получили достоверные сведения о том, что к нападению на пожилую женщину может быть причастен 55-летний, ранее неоднократно судимый, житель станицы Келермесской. В считанные часы его задержали, похищенный телефон и кошелек были изъяты. Расскажите обстоятельства совершенного вами преступления. Я зашел к этой женщине ночью, туда зашел, через забор зашел, припрыгнул, зашел, окно там, выломал окно, зашел через окно. Она начала кричать там, помогите, помогите. Я говорю, давай деньги. И они требовали, значит, деньги давай. Тогда по факту дерзкого грабежа следствием отдела МВД России по Геогинскому району было возбуждено уголовное дело. В настоящее время дело с утвержденным прокуратурой Геогинского района обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Геогинский районный суд.